Илона Броневицкая будет участвовать в предварительном голосовании «Единой России». Известная российская телеведущая, певица, актриса и общественный деятель Илона Броневицкая подала заявку на участие в предварительном голосовании, которое проводит партия «Единая Россия». В случае успеха она намерена баллотироваться в Московскую областную думу по округу, в который входит Ленинский район – Лыткарино, Котельники, Дзержинский и Малаховка. Илона Броневицкая известна не только как дочь знаменитой Эдиты Пьехи и мать Стаса Пьехи. Илона Александровна прославилась как ведущая музыкальных программ «Шире круг» и «Утренняя почта». Однако сейчас она в большей степени является общественным деятелем. Именно в этом качестве она известна в Видном и других городах Подмосковья. Броневицкая защищает бездомных животных, устраивает субботники по уборке мусора, собирает гуманитарную помощь. Кроме того, она входит в общественный совет при Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и участвует в программах по борьбе с наркотиками. Для меня это какой-то переход просто в какое-то более новое осознанное качество того, что я делала всю жизнь. Потому что я всю жизнь со своего там раннего детства мы занимались тем, что мы ходили, помогали, брали в свое шефство там подшефственных старушек, собирали макулатуру, спасали каких-то голубей, там устраивали субботники. Ну, я такая родилась. Я всю жизнь занималась какой-то общественной деятельностью. И можно будет помогать людям, но уже с какими-то более правильными инструментами в руках. Предварительное голосование пройдет 22 мая 2016 года по всей России. Его победители станут кандидатами от партии «Единая Россия» на выборах в высшие законодательные органы власти, в том числе в Государственную Думу и Московскую областную Думу. Голосование будет максимально открытым. В нем смогут принять участие все жители перечисленных муниципалитетов, которым в единый день голосования 18 сентября будет 18 полных лет. Кандидаты, подающие заявки на участие в предварительном голосовании, это члены партии «Единая Россия», ее сторонники или просто люди, разделяющие ее основные принципы и не состоящие в других партиях. 2 апреля начнутся открытые публичные дебаты между участниками предварительного голосования. Спасибо.